Доброе утро! Сегодня на уроке русского языка мы рассмотрим тему «Лексическое значение слова». Ты научишься находить лексическое значение слова, познакомишься с толковым словарем. Мы начнем наш урок с раздела «В здоровом теле здоровый дух». И лексической темы «С чего начинается здоровье?». Запиши пословицу «Здоровье дороже золота». Подумай, в чем ее смысл, чему она учит. Правильно, здоровье нельзя купить ни за какие деньги. Прочитай слова. Для чего нужны эти предметы? Если бы тебе предложили нарисовать рисунки каждому слову, получились бы одинаковые или нет? Почему? Скакалка, мяч, обруч, клюшка, велосипед. Подумай, что обозначает каждое из этих слов? Как этот предмет выглядит, из чего он сделан, для чего он нужен. Запомни, каждое слово что-то обозначает. Например, мяч – это упругий небольшой шар для игры. Скакалка – шнур, через который прыгают, вертя его и перекидывая через себя. Велосипед – двухколесное или трехколесное транспортное средство без мотора. То, что обозначает слово, является его лексическим значением. Разгадай и объясни ребус. Что означает это слово? Правильно, это зарядка. Ты молодец. Подумай, правильно ли ребята объяснили лексическое значение этого слова? Зарядка – это гимнастические упражнения. Зарядка – это запас энергии, бодрости, физических сил. Лексическое значение слова можно узнать в толковом словаре. Самые известные толковые словари русского языка составили Владимир Иванович Даль и Сергей Иванович Ожегов. В толковом словаре слово «зарядка» – это комплекс оздоровительных гимнастических упражнений. Посмотри внимательно, как выглядят толковые словари. Также ты можешь обратиться к школьному толковому словарю русского языка, авторами которого являются Скорнуповская и Сметова. Проведи исследование. Узнай слово по его лексическому значению. Спеши, вставь нужные слова. Ты можешь использовать слова для справа – спортзал, футбол, завтрак, сон. Поработай с учебником. Открой на странице 6 и найди упражнение 7. Ответь на вопросы. Найди в словаре значение выделенных слов. Запиши. Отправь учителю для обратной связи. Желаю тебе удачи. Итак, подведем итог. Сегодня ты узнал, что такое лексическое значение слова. Познакомился с толковым словарем.
Спасибо за сотрудничество.